четверг утром в индустриальном районе на территории МУП «Водоканал» в результате несчастного случая погиб 59-летний сотрудник муниципального предприятия. Трагедия произошла в самом начале рабочего дня. Мужчина собирался приступить к ремонту дежурной машины аварийной бригады. Массивный ЗИЛ загнали на эстакаду. Роковая ошибка заключалась в том, что он не обездвижил автомобиль. Автофургон с механической коробкой передач либо не был поставлен на ручной тормоз, либо это устройство не работало должным образом. Противокатных колодок на месте трагедии полицейские позже не обнаружили. Закончилось это весьма предсказуемо. В какой-то момент ЗИЛ самовольно пришел в движение, задавив пожилого мужчину. Скорость машины была очень небольшой, однако в силу большой массы грузовика пережить такой прессинг у горожанина шансов не было. Коллеги, попавшего под пресс, заметив случившееся, вызвали скорую помощь. Но помочь пациенту врачи были уже не в силах. От полученных травм хабаровчанин скончался через несколько минут после ЧП. На месте трагедии в течение всего дня работали следователи и эксперты. Главная задача – выяснить, действительно ли вина за случившееся лежит только на погибшем. С места происшествия Мария Дедова и Андрей Алферов.